Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор силиконовой приманки Crazy Fish Tipsy. Одной из самых популярных моделей у данного производителя является модель Tipsy. Это реплика на хорошо знакомую многим спортсменам приманку Tsunekishi Worm. К сожалению, данная компания перестала существовать и, соответственно, купить данные оригинальные приманки практически невозможно. Однако бренд Crazy Fish одними, наверное, из первых стали изготавливать реплику, ну или копию данной приманки. И надо сказать, что, наверное, Crazy Fish делают самую качественную копию на Tsunekishi Worm. Выпускается данная приманка в 40 цветах, большой цветовой ряд. Представляет из себя она вот такой вот слаг, который имеет такую вот сегментацию. В головной части дальше идет сужение и небольшое расширение хвостовой части. Приманка выпускается только лишь в одном размере, это 50 мм. Весит она около полуграмма. Выполнена она из съедобного силикона с добавлением аттрактанта. Crazy Fish подошли к выбору аттрактанта тщательно и, соответственно, предлагают на выбор 6 видов аттрактанта. То есть это 2 вида рыбы. Это анис, чеснок, креветка и кальмар. Ну, я в основном как-то так больше люблю данную приманку с аттрактантом кальмар и креветка. Данная приманка отлично ловит разную рыбу. Вот в данном цвете, таком вот белом, она себя великолепно зарекомендовала при ловле ставриды на море. Вот. Если взять, например, ловлю окуня, то моторное масло, карамель, оливка, ну и другие цвета великолепно себя показывают при ловле хищной рыбы. Кстати говоря, почему-то именно Tipsy также отлично ловит и щуку, причем разнокалиберную. То есть попадаются щуки от килограмма и выше, ну и разнообразная мелкая шнурё также любит покушать данную приманку. Цвета есть как обычные, так и которые светятся в ультрафиолете. Соответственно, если вы едете на море, то желательно берите цвета, которые светятся в ультрафиолете. Приманка находится вот в таком вот пластиковом пакете с zip-замком. Вот. Каждая приманка находится в своей ячейке. То есть вот блистер, да, в котором находятся приманки. Сейчас мы попробуем освободить. Вот, то есть приманки находятся в блистере и сверху, соответственно, покрываются крышечкой, тоже пластиковой. Всего, как можно видеть, идет 8 приманок в упаковке. Данные приманки выполнены из тонущего силикона, но силикон медленно тонет. То есть, что есть плюс, если вы ловите на данные приманки с небольшими весами. А данный силикон отлично себя показывает даже при использовании весов от 0,6, например, грамм и выше. Можно использовать данную приманку, ну и нужно, при ловле микроджигом. Также неплохо она себя показывает
при ловле на поводковой оснастке, то есть на море, например, нередко вот на данную приманку в белом цвете я ловлю на отводной поводок, так как бывают локации с большими глубинами, вот, и, соответственно, там отводной поводок будет незаменим. Данные приманки выпускаются в Гонконге. Соответственно, надпись об этом есть. Производитель нам предлагает различные варианты оснастки, на которых будет работать данная приманка. Указывается, соответственно, вес, на которых данная приманка будет себя отлично показывать. Одна из самых интересных и часто используемых приманок у меня. Рекомендую всем рыболовам, которые любят ловить на микроджиг, попробовать данную приманку. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.